Расскажите, что за ситуация с мужем, что произошло? Я 9 числа мая позвонила ему, сказала, приходи в гости. У меня дома спрятаны были в бане у мамы дома. Были Мурат и Эльман. Он зашел домой с перегарами пива в руках. Я ему сказала, ты будешь пить, не приходи ко мне. Он пришел, я не знала, что он выпивший был. Но я его пустила домой. Он домой зашел, чай ничего не пил. Потом вышел из бани, на него начал руку поднимать, избивать. По голове, по лицу. Потом пришел избил его по голове, то же самое по лицу. Он ударился, где батарея у мамы дома. У него пошел с головы кровь. Потом мы его забрали. Он в сознании был? Был. Я ему отдала таблетки валерьянку. Он выпил, он был в сознании. Потом его во дворе сели машины. Девятка была у Ивана. Мы сели машина. Я тоже с ребенком поехала туда с ними. Но мы не доехали туда. Туда это куда? В Зидиан, где лес. Они его поднимались, они, я тоже сзади шла. С ребенком я была в руках. Он потом ничего не сделал, не сопротивлялся. Я ему говорю, а ты почему так сделал со мной? Почему 3 года со мной так поступил? Он меня избивал. Потом посидели мы с ними. Он взял ребенка на руки. Говорит, папина дочка, вот такие, и плакать начал. Мне говорит, ты за что хочешь меня убить, говорит. Я говорю, я тебя не хочу убивать. Его хотят убивать эти, сказала я ему. Он убежал от рук. За ним гонялся. А ребенок был, держал. А это был нож. Он отдал мне. Мне оттуда кричит, принеси нож, говорит, добей его, говорит, убей, говорит, его. Я говорю, как я могу убить собственному мужа? Я не могу его убить. Он говорит, убей, завтра, если ты не убьешь, говорит, завтра он выживет, говорит, пойдет на тебя заявление накатает. Он душил его руками вот так. Вот так душил. Потом вот так душил. Он мне говорит, принеси нож. Я принесла. Он один раз, я 3 удара были. Один раз я ударила, 2 он сам ударил. На этом они взяли его, потаскали его где кустарники, траву взяли, ребенок у меня был, они вдвоем были, траву взяли, на него накатали траву. Я ушла оттуда, они брали траву, выкинули. Расскажите, пожалуйста, за что вас сейчас задержали? Мы 9 мая, я и мой друг поехали, вызвали человека, Кости. Ну, именно мужа вызвали, сказали, что пришел за ребенком, посмотрел. И потом сказали, мы поедем в лес, посидим, шашлыки сделаем, отманули, отвезли его в лес. Зидян Казмыляр выше. Потом чуть поговорили с ним. Потом этот оттянули в сторонку. Оттянули в правую сторонку. И в горло поставил нож. Он сопротивлялся, убежал. Я его догнал, начал душить. Уже душил. Он уже тело у него как синий был, с ортопеда тоже пошел. Он как полудохлый был. Потом я помог
кусты занести. Она там его ударила ножом. Потом мы взяли травками по я, мой друг, брат. Ну, травками закидали и закрыли тело. Послышался крик, да, он начал убегать вниз по склону. И он с девочкой начали догонять его. Я тоже прибежал и встал на склоне, смотрел, как он повалил его. Ну, он душил ее, я повернулся, посмотрел. Она держала нож перед его горлом, но не могла удариться. И он уже был полуживой, умирал от удушения. Они унесли его в кусты, недалеко, метрах 3-4 от места удушения. И далее не видел, вот, как они бьют его ножом. Я слышал удар ножа и как, ну, его последние эти крики.